Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует киевский спортивный магазин «Велавива», который располагается на Харьковском шоссе. Ваше внимание сегодня на обозрение хочу предоставить. Женское термобелье от польской торговой марки «Викинг». Модель называется «Хиера». Это комплект кофточки и кальсонов для девушек. Не взирая ни на какой возраст, подходит и на любой возраст, и для того, чтобы заниматься в зимний период времени, кататься на горных лыжах, на сноуборде или просто ходить по улице каждый день. Комфортное термобелье не стягивать, при этом оно плотно прилегает к телу, тем самым максимально комфорт вызывает. Вы когда ходите, может образовываться избыточное тепло в разных местах. Там, где повышенное тепло, там, где повышенная активность, естественно, происходит выделение пота. И для того, чтобы не перегревался организм, чтобы вы не переохлаждались, этот пот надо максимально в разные стороны отводить. Термобелье как раз именно этим и является. В дополнение оно еще есть, оно еще и теплое, варм. Модель Хиера – это теплое термобелье. Есть информация о том, что это женское термобелье, которое рассчитано на все условия эксплуатации в зимний период времени. Основное, конечно, это кататься на горных лыжах, кататься на сноуборде или просто, конечно, ходить на прогулки в холодный период времени. Комплект состоит из кофты и кальсонов. Продается в такой красивой коробочке, очень презентабельно. На подарок шикарный комплект. Ну, более детально. Как вы видите, коробка из двух частей, в которых находится и кофточка, и штаны. Материал это состоит из полиэстера. Более детально, конечно, указано на самом на самой кофте. Итак, это на 62% полиэстер, 30% полиамид и 8% эластин. Это синтетические материалы, которые позволяют не скапливать влагу под в одном месте, а при помощи внутриполых синтетических ниточек распределять влагу в разные стороны, и ваше тело тем самым максимально будет быстро сушить ткань. Почему синтетика? Да потому что плетение у ХБшного, у натуральной ткани всегда имеет крючкообразное плетение. Крючкообразное плетение оно скапливает в этих вот крючках нити жидкость. Тем самым жидкость никуда не ходит, никуда не выходит ваша влага, пот постоянно находится в одном месте, и тем самым при малейшем охлаждение, при малейшем холодном ветре этот пот начинает холодить тело, и вам становится холодно. Термобелье имеет внутриполые нити. Эти внутриполые, если заполняются влагой, вашим потом, этот пот тогда быстро начинает расходиться в разные стороны. И вам тогда становится комфортнее, потому что тело начинает сушить эту нить, эту тонкую пустотелую нить, и вам тогда будет удобно заниматься любимыми видами спорта зимой. Рисунок скандинавский. Это такие красивые узорчики скандинавской такой красивой штучки. Сам по себе кофточка, ну я на себя одену, хоть и не девушка, но все равно размер данной кофты L. Конечно, на меня будет немного плотновато, но для видео это пойдет. То есть красивая термофутболочка, у которой красивый рисунок, подходит для девушек любой комплектации, потому что нижняя часть, она имеет более широкую такую плотную ткань, которая плотно облегает, и кофточка не будет подниматься. Естественно, приталенная — это комфорт для девушек. В областях рукава тоже увеличенная часть плотной ткани. Швы незаметны. На самом-то деле, если обратить внимание, соединительные швы ткани настолько плотные, настолько гладкие, что когда вы занимаетесь любимым видом спорта, у вас не происходит никаких раздражений. Вы не ощущаете эти соединительные швы,
на теле, и тем самым у вас очень удобно. Хорошее термобелье от польской торговой марки Викинг продается в нашем киевском спортивном магазине. Как вы видите, кальсоны имеют более широкую плотную часть, которая, естественно, не из резинки. Это не какая-то жесткая резинка, которая будет сдавливать. Это та же ткань, только она немного плотнее. И, естественно, она хорошо, лучше тянется. Тем самым, это не резинка, не передавливает. И при этом, плотно прилегая, делает свободным ваше движение, когда вы занимаетесь любимым видом спорта. То есть, широкая, но она где-то сантиметров 15, даже 20 где-то сантиметров. Это плотная верхняя часть. Нижняя часть тоже имеет плотную часть ткани, чтобы не задиралась нижняя часть, чтобы подол не задирался. И, естественно, все швы также гладкие, не вызывают раздражения. Данное термобелье размером L в магазине присутствует размер и M, S. Разное термобелье, опять же таки указано, что это Викинг Европа. Это европейский продукт, который делается для всего мира. Качественное термобелье для девушек продается в нашем магазине на Харьковском шоссе. Понравилось термобелье? Приходите покупать. Понравился видеообзор? Оставляйте отзывы на нашем YouTube-канале. Постоянным клиентам скидки. До скорых встреч!